Шон О'Малли очень харизматичный боец, он еще у него очень длинный язык, он болтливый парень, и он много чего наговорил о своем сопернике Андрея Сухантаде, которому он, в принципе, подчеркнул, что он относится без уважения. Сухантад это почувствовал и так и заявил: ко мне нужно относиться с уважением после фейсов, на котором между ними даже небольшая перепалочка произошла. Посмотрим, во что все это выльется. Fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 12 wins, 5 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 135 and one half pounds. Fighting out of Lake Worth, Florida, Andre the Asian Sensation, Sukhantad. And now introducing his opponent. Fighting out of the red corner, a mixed martial arts artist holding an undefeated professional record, 9 wins, no losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Glendale, Arizona, Sugar Sean O'Malley. And when the action begins, our referee in charge, Mark Smith. Ну вот этих ребят будет судить Марк Смит. Напомним, что это бой в 135 фунтах, где чемпионом является Ти-Джей Дилашоу. Интересно было бы посмотреть Ти-Джей против Шона О'Малли. Ну, я думаю, пока что еще пока рано об этом, да, говорить. А ты знаешь, я о чем подумал? Помнишь, мы с тобой обсуждали, какие бойцы еще вот такие же вот и с ростом, и вот настолько высушенные. И я никак не мог вспомнить Андре Фили. А, Андре Фили? Да. Нет, все же Андре Фили немножко другого плана боец. Другой, все другое. И хотя это тоже классный рекорд. Ударник. Это абсолютно рекорд вот с той точки зрения, о которой мы с тобой говорили. Что ж, на дистанции начинают спортсмены. Наверняка Шон О'Малли будет искать свое счастье в отличных встречных, которыми он просто потрясал базового боксера Терриона Уэра. Ну, Сухантад тот боец, который очень терпеливый, и у него отточенная техника работы в стойке. Так, друзья, Шон О'Малли у нас поддавливает так слегка своего противника. Но Сухантад умеет выжидать, и мы помним в крайнем бою, что, да, проиграл первый раунд Люку Сандерсу, но затем нашел свой шанс в стойке Шон О'Малли. Вот все-таки я привык больше видеть его работы вторым номером. Он очень хорошо встречает и тут же смещается опять же с ударом. Но сейчас Сухантад роскошная, конечно, комбинация, но по защите. Хорошо выцелил вот этот правый прямой. Что ж, пока очень спокойно развиваются события. Все же Шон О'Малли именно вот так вот работать первым номером в какой-то степени может быть даже и непривычно для него. Здорово Шон О'Малли фронт-кик хороший пробил, но опять же этот удар особой угрозы не нес в себе. Сейчас, обратите внимание, какие быстрые руки, спинбэк, кик такой, вертушечка такая, Шон О'Малли роскошная. Шон О'Малли очень быстрый. Очень быстро, руки как молнии просто у него летают. И это очень габаритный спортсмен, очень высокий. Только представьте, 108 сантиметров для 135 фунтов, это 61 килограмм. Ух, вот это лоу-кик, жесткий. Как косой просто. Подрезал своего противника. Пол раунда позади. Напоминают нам, что в зеленых шортах Шон О'Малли и в черных Андре Сухантад. Что ж, похоже, так немножко разозлился Андре. Куда-то в область подмышки прилетел, но задумка была хорошая, конечно. Ну, поинициативнее пока Шон О'Малли, согласен? Абсолютно. Я думаю, пока он ведет бой, и статистика говорит за него. Но прежде всего, конечно, визуальное ощущение, что Шон О'Малли является пока хозяином в октагоне. Но это только начало, поэтому еще весь время. Мы знаем, что Сухантад может переломить. Ух, вот это очень интересный спин такой, хайкик. Такое ощущение, что попал, вскользь, но зацепил. Предупреждает о том, чтобы внимательнее был Шон О'Малли своими пальцами в глаза.
И вот сейчас, во-во-во, роскошный удар. Мне показалось, что очень жестко попал Шон О'Майли, но нет, похоже, что немножко по касательной прошел этот удар. Хайкик, насколько размашисто, ну и красиво работает Шон О'Майли. Прекрасно он выцеливает вот этот свой, и постоянно меняет стойки О'Майли. Он то в правше, то в левше работает и не чурается. Вот в борьбе Шон О'Майли, конечно, это вопрос, потому что защита от тейкдаунов у него присутствует, но сам он на эту ставку особо не делает. Да и, собственно говоря, зачем, когда в стойке все вот так замечательно получается. Хороший лоу-кик, откровенно уже поддавливает он своего противника. Мне кажется, Ухамтат выглядит несколько растерянным. Хороший боди-кик. Хотя, казалось бы, да, вот он выглядит растерянным. Чего еще он ожидал сегодня увидеть от своего соперника? Ведь все, что мы сейчас видим, это... Ух ты! Ой-ой-ой. Тяжелейший правый вот заходит. И вертушка, вот это, мне кажется, немножко лишнее. Но зато ведет как это было эффектно. Ведется у Хамтата, у хороший шанс у Майли закончить бой досрочно. Смотрит на часы, откровенно уже адрес у Хамтата и пропускает тяжелый левый. Здесь, посмотрите. Вот, может быть, колено в прыжке, а это было бы кстати. Крайне выживает уже Адрес Ухамтат в этом раунде. Ну, вот, разве что не бежит от него, так по кругу уже потихонечку начинает ходить от своего соперника. Ух, Ухамтат еще раз, точно в челюсть. Еще. И вновь идет. Хайкик. Ну, это уже можно попробовать. Еще раз добить. Попадает Шон О'Майли свою двойку, колено. Ой, так отбросил. Ну, нет, выдержит, хорошо, выдержит, друзья. Да, ну, отличный раунд. Браво, Шон О'Майли. Да, слушай, ты прекрасно. Был прав, ты с самого начала твердил о том, что этот бой, твоя ставка на то, что бой вечера, и пока, ну, мы не видели еще два главных боя, но пока, конечно, это просто вот этот один раунд лучше, чем три во всех остальных боях. Ваш, знаешь, просто бой вечера обычно дают, когда ситуация в бою меняется, да, то в одну сторону, то в другую. Оба, да, но, поэтому если здесь будет одностороннее избиение... Слишком эффектен был О'Майли, просто кстати, очень какой лоу-кик, правильно ты сказал, как косой подрезал своего противника. Очень жестко. И, конечно же, вот здесь вот этот реверс, смотрите, спин, вот этот разворот и хайкик вдогонку. Ой, здесь потряс. Это определенно потряс своего противника. Какая растяжка у Шона О'Майли просто роскошная. Похоже, мы увидим сейчас с нокдауна момент. Вот здесь, да. Справа точно в челюсть зашло. Ну, как думаешь, дожмет он во втором раунде своего противника? Думаю, да. Причем, возможно, не в концовке этого раунда, потому что вторая часть первого раунда, ну, слишком была игрой в одни ворота. И эти ворота с Ухамтатом. Ну, ты знаешь, что Ухамтат проводил и более длительные поединки в своей карьере. То есть я имею в виду, что и в пятираундовом формате он дрался. Поэтому, кто знает, может быть, обретет он второе дыхание, нащупает свою дистанцию. Все-таки Террион Уэйр тоже проиграл первый раунд Шона О'Майли. Да, за это, именно за это мы и любим. И вот, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, да, ответка с Хамтата. Но пропускает фронт-кик сейчас по корпусу. Эти удары очень хорошо остужают пыл, как и лоу-кики, впрочем. А вот лоу-кик как раз-таки от Андреса Ухамтата. Может быть, именно он решил остудить пыл своего противника. Ну, хорошо начал. Да, сразу же пошел вперед. Сейчас опять немножко поработают осторожно, прицеливаются, прощупают. Ну, Шон О'Майли при первой же возможности, конечно же, своего может не упустить уже в этот раз. Ну, тем не менее, все-таки Сухамтат напомнил себе, зрителям и сопернику о том, что он вообще-то еще здесь. Ну, ты знаешь, вот так... нет, не получится. В крайнем своем бою Шон О'Майли проиграл вчистую второй раунд Террену Уэру, и я уже просто потирал ладошки, потому что коэффициент был на то, что выиграет Террен Уэр, просто космический. А, тем более я брал то, что он выиграет решением. Но в третьем раунде О'Майли собрался. Вот есть у меня такое предположение, что может в какой-то момент боя Шон О'Майли просесть по выносливости и отдать инициативу. Но пока мы видим, что он очень собран. И мне кажется, как-то весьма... И в эконом-режиме таком работает О'Майли и практически не ошибается. И вновь, посмотрите, какой левый. Просто сокрушительный. И вновь попадание тяжелейшее, по-моему. Ну нет, Сухамтат делает тейкдаун. И вот здесь интрига, друзья, открывается. Все-таки, к сожалению, вот этот вот элемент... И Шон О'Майли на треугольник. Неужели сабмишн будет? Не знаю, Шон О'Майли вообще выиграл сабмишн. Я знаю, что у него 6 побед нокаутами. На самом деле, пока нужного угла нет. Но вот, возможно, сейчас что-то получится. Руку бы, конечно, убрать лучше левой под себя. Ну нет, Лаш, мне кажется, что выдержит здесь Сухамтат.
Одна победа с сабмишеном у Шона Мэйли. Одна победа с сабмишеном. Да. Ну что ж, замечательно. Значит, у него есть определенный шанс. Сзади. Это случилось в августе 2015 года. Давненько. Ну, Сухам Тат, насколько я помню, не проигрывал досрочно. Но, возможно, друзья, я его с кем-то путаю. Нет, ты ни с кем его не путаешь. Пять решений, да? Пять решений, да. Ну да, совершенно верно. Но здесь достаточно хороший плотный замок, но вот руку нужно бы все-таки над левой рукой поработать. У Майли, мне что-то кажется, что он на армбар пойдет сейчас. Да, совершенно верно. Вот переход на армбар. Но здесь рука ушла, да, выскользнул просто так Сухам Тат и занимает позицию сайдмаунт. Вот, может быть, здесь поработает. Две минуты подсказывают в углу и говорят, что работа эти две минуты, работа. Two minutes walk. Здесь есть вариант поработать плечом или локтем на коротке. Но нет, уже одну ногу отдал Сухам Тат. В позиции хавгард, но тоже очень хорошее положение для граунд энд паунда. Но пока никуда не торопится, уже тем временем от двух минут осталось всего лишь полторы. И Омайли в такой хав-баттерфляй отталкивает своего противника, но это классическое движение с баттерфляя, однако никаких дивидендов оно ему не принесло. Да, опять вот там призывают сделать баттерфляй и как бы сесть с противником, то есть толкнуть его вперед и сесть. И от сетки уже встать, я так понимаю. Хоть такой план у угловых. Что, неужели гильотина? Да, хороший плотный захват, но здесь грамотно сработал Сухам Тат, сделал кувырок. Тем временем есть у Майли возможность перейти на душащий. Нет, опять выскальзывает. Просто, я не знаю, ух, ну здесь, по-моему, нарушение, нет? Рефри был рядом, глаза его были открыты. Мне кажется, здесь был удар нелегально от Шона Умайли. Ну да ладно. Кстати, в крайнем поединке Джереми Стивенс тоже по Джошу Эммету. Ух, вот это прекрасный винт от Шона Умайли. Я сам любил этот очень технический элемент, очень красивый. И уходит сайдмаунт Шона Умайли уже на этот раз. Что ж, никуда не торопится Шона Умайли. Спокойно контролирует своего противника, но, возможно, что-то яркое мы с ним в последние 10 секунд увидим. Все-таки какой-нибудь удар локтем, например. Уже фулл-маунт просто забирается. Опа. Попытка удушения. Ну нет, наверное, не успеет. Уже тупо перетерпеть может Сухам Тат. Да, все. Еще третий раунд нас с вами ожидает. Ну что ж, неплохой пока бой, но немножко, конечно, здесь упал ритм заметно. Сухам Тат проснулся. Да, ощущение. Упал ритм, но мы увидели бой в новом русле, которым он протек, и мы увидели попытки засабмитить от Шона Майли, то, чего мы, наверное, не все ожидали сегодня. Да? Кстати, Лаш, почему-то на официальном сайте UFC дается статистика одна попытка сабмишна, но, по-моему, было как минимум две. Да, возможно, сейчас они, возможно, исправят. Но у него преимущество по значимым ударам во втором раунде у Шона Майли. 12 на 6, двукратно. У Сухам Тата преимущество только в контроле. Минута 26. Да, он был в топ-позиции, но при этом он защищался от треугольника противника. Я думаю, что это не сослужит ему хорошей службы. Мне кажется, два раунда за Шоном Умайли, вне всякого сомнения. И вот то, что Сухам Тата спасает только досрочная победа, возможно, это еще более украсть этот поединок. Начнет Сухам Тат так, как и второй раунд. Похоже, что да. Сразу же пошел вперед, забрал центр. Работает по корпусу. Кстати, очень часто он и в ноги пошел. Обратите внимание. Но перевода, похоже, не будет. Вот увлекся он своими этими ударами по корпусу в проигранном поединке против Альберто Моралеша. Но в итоге ничего это ему не принесло, хотя казалось очень близок, он был к досрочной даже победе в том бою. Готовит колено для удара, но держит его своей рукой Шона Майли. Не дает нанести серьезный урон. Ну, мне кажется, сейчас выйдет, да, так роскошно так просто убирает ногу. Ну, вот сейчас Шона Майли устал, это видно. Да, он уже отдает центр откровенно, пятится. И заметьте, он все так же очень хорошо передвигается, уходит в сторону, но без удара. Пытается сейчас на встречных курсах работать, но по защите.
Открывается шанс для Андре определенно. Да. Но я думаю, если Андре выиграет нокаутом, это 100% бой вечера будет. Но пока вы видите, какое преимущество у Шона Майли. В 3 раза больше ударов он попал, значимых ударов. И никак не может нащупать дистанцию адреса у Хамтат. Запутал его сейчас Шон Майли своими передвижениями. Качнул в одну сторону, ушел в другую. Хамтат тоже тяжело дышит, тоже, конечно, устал. Очень устал. Ну, Лаш, ты знаешь, даже в своих проигранных поединках он уступил именно вот из-за этого. Он отдавал третий раунд, откровенно отдавал третий раунд. А здесь же ситуация для него вырисовывается таким образом, что третий раунд ему надо забирать. Ого! Такое ощущение, что травму получает у Майли. Он еще до этого, до того, как пропустил лоу-кик, как-то с другой ногу. С другой ногой, мне тоже так показалось. Да, очень болезненно среагировал он на первый лоу-кик, еще более болезненно на второй. И позволил сделать тейкдаун своему противнику. Ну хорошо, если доживет Шон Майли до конца, да, так сейчас поставим вопрос. Я думаю, все равно он должен выиграть этот поединок. У Хамтат спасает только досрочная победа. Да, согласен. Сейчас он наверняка активно над ней поработает. Все или ничего, для Андре у него все же пока отрицательный баланс побед и поражений в UFC. 1-2. Старается, конечно, у Хамтат, но руки, видать, подзабитые уже. Обратите внимание, какие замедленные удары локтями. Но тем временем уходит в сайд-маунт и, может быть, сообразить на Кимуру или Американу что-нибудь в этом духе. Поработает на сабмишен Андреса Ухамтат. Но вот опять же, вот возвращаясь к поединку Кэтса Зингану, если среагировал болезненно Шон Майли на лоу-кике, возможно, какое-то повреждение получил, имеет смысл поднять бой в стойку и там доработать? Вполне возможно, и сейчас это будет... Нет. Нет, не получается захват гильотина. Встает у Майли, но вот сейчас мы получим ответ на этот вопрос. Шон Майли тут явно так откровенно готовил сейчас локоть с разворота. Да, посмотри. Ух ты, вот это да, на одной ноге прыгает Шон Майли. Какой редкий достаточно случай, да, чтобы вот так вот акцентированно это было видно, что... Смотрите, как корчится просто от боли. Спросили, ты хочешь, чтобы остановили? Нет, не хочу, сказал Шон Майли. Молодец, проявляет настоящее мужество. Да. Ну и пускается сайдмаунт опять у своего противника. Но Сухамтат ничего не выжимает. Но мне кажется, надо поднять бой в стойку все же. Ну, видимо, сейчас такие болевые ощущения испытывает Шон Майли, что он сейчас будет просто выживать вот эту. И все равно 10. Встает, обратите внимание. Ну мы помним, как Джош Эммет выжил. Ух ты, попадает, похоже, даже Шон Майли там. Кимура, попытка даже взять в распятие, но нет, здесь... Не получается плотного захвата, Сухамтат выворачивается и в позиции хавгарда. И заметьте, перекрывает руку. Ну, конечно, настоящий герой Шон Майли, какие боли сейчас он терпит. И, тем не менее, не просто вяжет и отлеживается, так скажем, а пытается даже подняться и как-то ответить своему противнику. Вот обратите внимание, снова пытается встать на ноги Шон Майли. Сухамтат здесь, похоже, нацелен на гильотину или анаконду. Но для анаконды надо... Нет, все-таки опять срывает захват. Да, на гильотину пробует Сухамтат. Очень опасный захват, тем не менее, Майли терпит. И уходит вниз. В общем-то, все делает правильно в защите. Молодец, браво, Шон Майли. Похоже, доживет он до конца, но я надеюсь, да, судьи не дадут ничью. Концовка для него. Потому что третий раунд, может быть, и на 10-8 тянет, как знать. Нет, я бы все равно дал 10-9, потому что прям такого сокрушительного преимущества я не увидел. Но раунд однозначен за Андре, вне всяких сомнений. И довольна публика T-Mobile Arena, это очень хорошо было слышно. И обратите внимание, Шон Майли, и мне показалось, что он схватился за голову, потому что думал, что он проиграл. Но это, видимо, именно от болевых ощущений. Хватается от боли, да, видать, травма лодыжки. Ой, аж кричит Шон Майли. Наверное, на официальное объявление результата придется на одной ноге допрыгивать Шон Майли. Или с помощью своих угловых. Ваш, ты представь, как он дотерпел просто до этого судейского решения. Интересно все-таки посмотреть момент, как это случилось. С чем это связано. Наверное, все же удар в первую ногу... скорчился от боли Шон Майли именно вот от этой травмы. Похоже на то, но сейчас скоро, я думаю, будет повтор и будет какой-то
какая-то ясность, что же все-таки случилось, потому что не каждый раз, конечно, такое увидишь. Что, неужели вот здесь это случилось? Ну нет, конечно. Да, здесь. А, или здесь, да, да, смотрите, все. Запрыгал на одной ноге. Да. Вот так вот неудачно попал. Ух ты. Вот что значит грамотно поставленный блок. Да, запрыгал на одной ноге, все же скорчился именно вот от этого эпизода, а не от лоу-киков Андреса Ухамтата. Хотя они тоже, конечно, тоже повлияли, были, да, вне всякого сомнения, потому что именно в больную ногу был один из лоу-киков. Доволен угол с Ухамтата, но мне кажется, в лучшем случае ничья. Хотя ничья в мейн-карде — это редкость, прямо скажем. Хороший бой в любом случае, очень зрелищный. Еще, наверное, не раз его вспомнят в каких-то эфирах и анонсах следующих боев. Это было круто. Sugar Sugar. Да, сахарок Шона Майли лежит, и он, заметь, победоносно вскинул руки еще до объявления решения, лежа. На ногах не стою, но руки подниму. Похоже, судя по оценкам, 10-8 отдали первый раунд Шона Умайли. Ну и очень такое эксклюзивное интервью. Well, listen, man, you look sensational up until that injury. The first and the second round, you were on fire. Andre Sukumtat decided to take that fight to the ground once your leg was hurt. That might have been a blessing in disguise. Yeah, definitely. I could not stand on it. Me and Andre talked a lot of back and forth this fight. I'm nothing but respect for him. Stepping up against a top prospect and knocking him out, and then taking this fight with me. Nothing but respect. I love this game. I love the talk. I love the media, and I love everything about this sport, and I fucking love you, Joe Rogan. Well, I fucking love you too, buddy. Listen, man, what you did tonight was really fun. You're an incredibly promising young prospect. I hope your foot heals up as quick as possible, and I really, really enjoyed your fight tonight. I appreciate it. Thank everyone that came out to watch. Welcome to the Sugar Show, everybody! Sugar Show O'Malley, ladies and gentlemen! Да, я так понял, что Умайли еще хочет отпраздновать свою победу, несмотря на травму. Да, про автопатию речь шла. Да, и вообще, Джо Роган, интересная у него работа, конечно же. Ну что ж, браво. Я думаю, даже если бы Сухамтат взял раунд 10-8, как показали судейские оценки, бой бы он не выиграл. Первый раунд 10-8 ушел в Шона Умайли. Ну что ж, поздравляем его с этой победой, очень яркий бой. Не знаю, переплюнет ли он девушек, но все может быть, с учетом обстоятельств. Да,